Приветствую, друзья! Сегодня хочу сделать обзорчик вот такого вот газоанализатора. Это у нас RBR Econ GSK модельки. К сожалению, на нем нету, но на самом датчике написано GSK 776. Возможно, это и есть его моделька. То есть, собственно, что собой это представляет? Вот это у нас аккумулятор. Я его перепаковал, поставил Energizer аккумуляторы все новые. Здесь их идет 5 штук. Сюда подключается сам газоанализатор, на нем есть шкала, сейчас я вам покажу, и разъем зарядки, вот такой вот нестандартный, вот такой вот разъем и блок питания для зарядки. То есть, подключив в розетку, у нас загорается NETS на немецком, это у нас что идет заряд. Так, кнопкой этой мы можем включать, отключать заряд. Это кнопка включения, это отключение звука. То есть, если он действительно детектирует газ, он начинает пищать. Этой кнопкой мы отключаем звук. Аккумулятор такой довольно увесистый и имеется клипса, что радует, что можно его повешать на ремень. Сам датчик у нас представляет пластиковую рукоять, примерно чуть-чуть длиннее, чем ладонь. И алюминиевый такой наконечник, он разбирается, и здесь сам находится вот этот датчик газоанализатора. Сейчас мы его назад поставим и будем делать замеры. Единственное, я заметил, что в движении он не очень любит, если вот двигать им, вот так вот махать, либо при, ну, ходить, когда сюда попадает очень много воздуха, он может тоже показать, что это газ. Либо мне так показалось, но я вот на ходу и шел, и замерял. Единственный минус, у меня газовая конфорка, если нет огня, то есть нет температуры, она перекрывает поступление газа, поэтому мы это как-то будем, сейчас, ну, давайте я возьму кружечку, наберу газ в кружку и будем замерять в кружке. Так, сейчас я поставлю камеру на что-то, допустим, вот это вот сюда. Ой, это уже за много. Так, сейчас сделаем вот так. Ну, думаю, что газа там достаточно. И давайте проверять. То есть нажимаю вот эту красную кнопку, и он начинает анализировать. То есть вверху, я так понимаю, это у нас 100%, внизу это 0. И там зеленость идет. Тут шкала чуть-чуть стерлась. Показывает 100% и пищит к тому же. О, да, газа там еще было много. Вот этой кнопкой мы отключим пищалку. Ну и это, естественно, выключим. Давайте теперь замеряем просто в холостую. Чуть-чуть газа может еще присутствовать в воздухе. Не, зеленый, то есть вот он показывает, что газа нету. Давайте еще чуть-чуть наберем газа, просто ради интереса. Хотя, в принципе, для анализатора. А, кстати, смотрите, прикол. Блин, мне неудобно самому снимать и показывать вам. Вот, кружка с газом. Перевернута газ. Вот, зеленый. Нет, а нет, да, словил. Словил таки газ. Раз наберу газа. Ой,
В общем, ребята, принцип действия, то есть вы поняли. И, кстати, прибор такой довольно четко сделан, действительно качественно запаковал, и в него хороший аккумулятор, поэтому служить он еще будет довольно долго. Ставим лайки за обзорчик такого нестандартного прибора. Подписываемся на канал вот здесь, ставим колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. И всего доброго, счастливо!